Друзья, добрый день. Сегодня мы будем готовить с вами по-настоящему летнее, сочное, яркое блюдо в итальянском стиле буррату с томатами и печеной свеклой. Готовить я буду не один сегодня, а с вратарем гандбольной команды Ростов-Дон Габисовой Галиной. Наше блюдо готово. Буррата с печеной свеклой и спелыми бакинскими томатами. Пожалуйста. Приятного аппетита.